Нашествие пауков в Краснодаре. Одна из жительниц краевого центра обнаружила около своего дома сразу несколько опасных насекомых. Женщина предполагает, что это так называемая черная вдова. Теперь все домочадцы боятся, что ядовитый паук однажды нападет и укусит. Наш корреспондент Анна Федорова вместе с нарушителем спокойствия отправилась к ученым, чтобы выяснить, насколько опасен членистоногий. Я сидела, полола траву и чисто случайно увидела, вот он как из травы, из кустов откуда-то выбегает. Маленький, черный, как песочные часики, красные на спине. Ну, я просто знаю, как выглядит каракур. Мой страх был настолько велик, у меня первая реакция была, я просто его сразу растоптала. Елена Трофимченкова рассказывает о первой встрече с черной вдовой. В том, что незваный гость на грядке – один из самых ядовитых пауков, чей укус в 15 раз опаснее укуса гремучей змеи, женщина уверена. На следующий день она увидела еще одного паука. Занималась какими-то своими делами, и вот он прямо на уголочке внизу сидел. Ну, как-то я не успела среагировать, он быстренько юркнул туда, и все. Третьего паука Елена все-таки поймала, чтобы доказать всем, что в Краснодаре действительно завелись опасные насекомые. Вот здесь я его нашла прямо на углу дома. Сидел, грелся на солнышке. Я быстренько взяла банку, скинула его и закрыла поплотнее. Елена стала изучать публикации о черной вдове в интернете. С каждой новой фотографией уверенность в том, что в банке именно каракурт росла. С каждой прочитанной статьей страх и паника увеличивались. Действительно, внешность пойманной особи практически не отличается от окраса ядовитых собратьев. Страшно не то слово. Я боюсь. Я спать сегодня просто не могла. Я очень боюсь, что они вот, не дай бог, залезут в дом. У меня здесь живут родители. Страшно. Я теперь вообще смотрю под ноги, беру полотенце с вешалки, сначала трясу, потом вытираюсь, тапочки сначала трясу, потом обуваюсь. Женщина признается, стала ожидать смертельного укуса черной вдовы на каждом углу. Дом старый, в стенах щели, а на окнах деревянные рамы. С наступлением осени каракурты стремятся ближе к теплу и прячутся в вещах и обуви. А еще Елена вспомнила, что буквально в прошлом сентябре нашествие ядовитых пауков наблюдалось в соседней Ростовской области. Чтобы понять, насколько опасно насекомые, мы отправились в Кубанский госуниверситет. Зоолог Владимир Гладун паука смотрел и вынес вердикт. Это не ядовитый паук, для человека он не опасен. А что это за паук? Какой вид, я не знаю, но точно могу сейчас сказать семейство. Это семейство тенетные пауки. Это не каракурт. Оказалось, что этот паук не опасен, а наоборот, даже полезен для огорода. Он уничтожает вредителей, кузнечиков, саранчу и мух. Да и вообще, каракурты вряд ли бы добрались из Ростовской области до Краснодара. Они просто не способны преодолевать большие расстояния. Тем не менее, Елена реабилитировать паука не намерена. И несмотря на репутацию санитара огорода, от возврата насекомого отказалась. Поэтому, скорее всего, этот членистоногий станет частью энтомологической коллекции университета. Наглядным пособием для будущих зоологов. Анна Федорова, Вадим Волков, Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар».